И финальный соревнование продолжает еще одна представительница России Ольга Капранова. Русская мелодия будет сопровождать композицию Ольги Капрановой. Оле очень подходит эта музыка. Она просто как бы олицетворяет ее натуру русской девушки. Немножко не дотянула ногу до головы. Должно быть закрытое кольцо в ноге. Вот это ее пируэт, она делает его хорошо. Это тоже очень сложный пируэт со сменой положения. Нога вперед и выводится в вальс-гол. У Ольги очень много таких поворотов, она их хорошо делает. Например, аттитюд, то есть нога сзади выхода. Какой вперед. Высокий бросок. Да. Это хорошо Оля сделала. Пируэт вперед, нога без удержания рукой. Это очень сложный поворот. Молодец, она сделала хорошо. Посмотрим. Много было бросков, причем ногами. Но в этом и заключается уровень гимнастки, что она может не только руками бросать, но и ногами, и всеми частями тела, и принимать также предмет. Здесь не очень вот тут удачно было. Немножко, да, неудачно. Она сделала большие шаги между пируэтами, и поэтому ей не удалось закрыть ногу на голове в кольцо. Вот этот пируэт она делает прекрасно, это ее поворот. Оценка Веры Сесиной России 17 баллов ровно.